здесь вот у нас вышитая уже часть, она более толстая, а там, где у нас припуски, здесь канва более тоненькая. И если мы ее будем просто наматывать, то натяжки у нас хорошие не получится. В центре будет натяжка слабая. Поэтому можно на те места, где у нас припуски, подкладывать кусочки канвы или просто кусочки ткани. Я взяла просто ленту, потому что у меня вот здесь очень маленький припуск. И вот сейчас буду вот так вот ее заматывать вместе с лентой. Я ее замотала просто, чтобы выровнять толщину ткани по всей длине. В принципе, вот такой небольшой толщины ленты, сложенной вдвое, у меня должно хватить для того, чтобы обеспечить равномерную натяжку, потому что боковыми натяжками я не пользуюсь в этой вышивке. Вот так все просто. Сейчас буду заправлять раму.